Приветствую всех любителей рыбалки. Меня зовут Евгений. Сегодня вот с товарищем Искандером приехали на рыбалочку. Но на то же место, где в прошлый раз был, где много сходов было. Сейчас поставил двойники, тройники. Вот жерлицы устанавливаем. Рассвет, солнышко встает. Но он под тем берегом идет ставить. Я вот под этим парочку уже поставил. И туда буду двигаться вдоль кустов. Ну там начал ставить, глубина где-то 1-2 метра, а вот эту вторую ставлю уже 1-4 метра глубина. Все, будем ждать поклевки, расставлять. Мороз хороший давит. Надеюсь, сегодня повезет поймать рыбу. Пока расставляюсь, вот сработка. Он вроде шел, мотало. Здесь тройники стоят, где черная леска, там у меня эти тройники. Как там говорили? Помотала, остановилась, в следующий раз мотает. Надо подсекать. Сейчас посмотрим. Здесь все живцов, я вот таких здоровых всех взял. Тройники небольшие размеры, потом покажу. В общем, 3 минуты она вот еле-еле, вот вроде крутит. Сейчас проверим. Вот только ее поставил. О! Есть! Ох, первый шуренок. Ну хорошо, за край взял. Вот такой маленький. Да, давай. Вот ты даешь. Осталось еще пару жерлиц поставить. Вон сработка под кустом. Что-то так начали расставляться. Наверное, за 200 метров там за поворотом не видно те жерлицы. Буду ходить, смотреть. Сейчас глянем что-то. Это уже за жабры цеплял на двойник, получается. Сейчас дойдем. Мотает, не знаю. Он стоит, не мотает пока. Пойду за поворотом там посмотрю, может тоже что стало. Так, она вот так стоит, полосочки, посмотрим. А, не, вон подкручивает. Ну-ка, чуть-чуть подкручивает. Сидит, что ли, уже? Ух! Да, сегодня набегаюсь, наверное. Чуть-чуть, еле-еле, что ли, там. Сейчас глянем. Опять, наверное, шнурок какой-нибудь мелкий. Ну, свою жерлицу еще ту не смотрел, которую ставил. Сюда пошел, где вещи оставили, надо их, кажется, туда отнести. И смотрю, он искандеровский флажок стоит. Позвонил ему, говорю, что пойдешь вдаль. Смотри, он говорит, не, сам посмотри. Да, здесь находишься так вообще. Вон его флажок стоит. Жерлица. Сейчас глянем. А вот и моя крайняя. Под деревом поставил. Не знаю, там глубина сколько, 1-60 метра, что ли. Сейчас глянем. Не мотает его, что не жерлица. О, уже подмерзло у него. Так. Вымотало. А нет, ничего. А нет, есть. Не съел живца бы. Ё-моё. Не мотает. Нет ничего. Живец стоит. А, это живец. Промоину затянуло. Был ручей, и там бежала вода. Ну все, последнюю парочку жерлиц. Растаем и все. О, запыхался. Мороз жесткий, значит, давил ночью. Что и все. Сейчас вон там одну жерличку и вот здесь лунку сделал. И хватает. Будем потом ждать поклевки. Правда, туда ходить далеко, смотреть. Но ничего. Вышел проверить, смотрю, флажок стоит, но не мотает. Есть что-нибудь, нету. Здесь двойник стоит. Еще туда дальше не ходил.
Вроде чуть леску вымотало. Сейчас глянем. Что-то есть. Да ты чё? Маленькая. Сейчас освободим. Ай, не кусайся. О. Взяла прям по самой гланды. В общем, пришел, смотрю, тут сработка. Вон там через одна сработка стоит. Там еще крайне не вижу. У Искандера вон сработка. Сейчас будем проверять. Что тут? Ну, не мотает. Рядом не сижу. Метров, наверное, 200 от жерлиц ушел. Ох, мороз вообще хороший. Да. Опять, наверное, шнурок. Блин, это живца не взял. Надо было живца. Здесь тройник стоит. Вроде чуть забирает, сейчас глянем. Вымотало. Во, кто-то сопротивляется. Мелкая опять, что ли? Ого, сколько намотало. О, ну вот эту ту не получилось освободить. Эту получится. Так, сейчас пусть она здесь поплавает. Сейчас другие проверю. Пойду это, зевник возьму. Да. Вон там стоит еще. И вон стоит. Ну-ка здесь глянем. Здесь везде тройники. Малька сняла. Сейчас из контейнера жерлица. Корягу затянуло. Да ты чё? Вот, блин. Коряга. Вот поклёвочка. Пока ходил, там заряжал. О, это уже потяжелее что-то. Двойник здесь стоит. Не хочет лунку.
там она и ни туда, ни сюда встала. Дергается. В корягу что ли затащил? Ты что? Ну-ка сейчас отпущу. В коряге была, вытащила. Опа! Заглот небольшая. О, в шахте, короче, крючок. Вот что плохо, что не освободишь, прям заглатывают по самые гланды. Ладно. Что делать? Все. Вот на проверку идем. Смотрю, флажок стоит. Но это где тогда сбило просто живца. Вот на этой попала щучка. А та следующая сбила. А, или она вообще не стреляла? Сейчас проверим, там тройник стоит. Не мотает пока. Она, может, уже давно стрельнула. Сейчас проверим. Ну, ничего не отмотано. Нет ничего. Выключай. Ну что, дорогие друзья, мы на канале Охотник за поклевкой. Очередная сработка. Женя идет проверять. Поставьте лайк, обязательно подпишитесь на канал. Из всех каналов на рыбалке это самый душевный, самый познавательный канал, где можно посмотреть не только как ловить рыбу, но и как готовить разные блюда разных национальных кухонь. Мотает потихоньку. Здесь двойник стоит. Ох, примерзла. Живец. Выключай. Ну, мы каждый час вот так выходим, минут 40. Он сейчас стоял, флажок. Это малек его подтянул. Ну, сейчас флажок загнул посильнее. Смотрю, вон еще два стоят. Подряд. Сейчас глянем. Может, повезет хоть на килограммчик или на два поймать щучку. О. Есть, о, мотает. Там кто-то сидит. Здесь тройник стоит. Нету. Блин, нету. И живца опять нет живца. Сейчас следующую посмотрим. Может, еще и за углом стрельнуло. Тает. Глянем. Здесь тоже тройник. Идем в сторону палатки. Те проверили. Смотрим, здесь стрельнуло. Сейчас посмотрим, что там. О, мотает, да? Мотает. Мотает.
Поклевок много сегодня. И холостых, и таких всяких разных. Ох! Коряга, что ли? Опять так же поперек, прикинь. Слышь, стучи. Ой, везет мне. Отпустить попробуй. Отпустить? Блин, а вроде как рыба была, она же видела, как еще мотнула. Ага. Не, о, дергается рыба, рыба дергается. Ну? О, вроде коряга ушла. Опа! Заглот взяла. Двойник. Небольшая. Освободить не получится. Пиявки вон, смотри на ней. О! Она, видно, стоит, щука, вот пиявка. Ага. Вот она. Да. Ну сейчас зарядим, еще часок порыбачим. Да будем собираться. Ну все, мы потихоньку вон собираемся. Жерлица оттуда идем. Уже почти все собрал. Вон осталось у меня несколько штук. И там вдалеке флажок горит. Сейчас дойду до него. Посмотрим, будет там рыба или нет. Короче, в общем, кто мне тогда постоянно клевал, узнал. Это вот такие шнурки. Крупнее рыбы нету здесь. Вот такие дела. Ну, они все туда, вот эти двойники, тройники, прям в кишки заглатывают. Короче, невозможно освободить. Вот такие дела. И дошел. Ну, там вон одна за углом, не видно. Может, тоже там что-нибудь стоит. Сейчас посмотрим. Возвращаемся домой. В общем, узнал, какая рыба в прошлый раз мои флажки подымала. Их выловил всех. Все, больше сюда не поеду. Мелкая здесь рыба, крупной нету. Давайте, всем пока. Удачи, здоровья. Едем домой. Устал, весь красный. Подписывайтесь на канал, да. Не забывайте. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал «Охотник за поклевкой». Самый крутой и душевный канал о рыбалке. Давайте.